Свейкаться. Ну-ка. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Лободина, Гербемей, Скландима спорта, Мигей. Мигеюшки. Пасирочес? Да, всегда пасирочес. Герей. Ну что, как выглядят полеты на лебедке? Ну так это выглядит. Вот старт. А вот... А вот блоха наливает бензин. Мы как раз в тот момент попали, когда вот это вот топливо... И сок из сдохших динозавров заливается в лебедку. Здрасте! Да. Привет. Ну что, позажигаем? Позажигаем. Для начала традиционно, потом посмотрим. Доложите погоду. Серега, здорово! Погода такая, погода бомба. Погода бомба? Для начала. Вот. Ветер отовсюду, но метео как бы оттуда. Ну, точнее отсюда. Ну, понятно. Поэтому мы здесь. На ветроуказатель не смотрим, потому что можно сюда развернуть его в другую сторону рукой. Как выглядит классический старт на лебедке, на активке пошел парапланчик. Моторчик работает достаточно тихо. Ну и собственно бур-бур-бур работает мотчик. Как вы видите, здесь человеческое участие. Красота. И сейчас смотчик заглушен. Смотрите, скорость работы блохи. Бегает как электровеник. Чпунь. Вот это профессионал. Хрясь. Сейчас раз, перецепочка, чпок. И летит следующий. Гляньте, какая. Вот это вот отлаженность. Это чтобы делать много затяжек в день. Видите, как четко работает команда. А пилот должен быть готов. А он не готов. Сейчас ему дадут по башке за то, что не готов. Вот готов. Готов, не готов. Все равно пошел. Не задерживай очередь. Давай. Бежать. Вот ленивый какой пилот. Вы видели, да? Не в нашем возрасте ножками шевелить. Я не согласен. Посмотрите, какой, как это, как здоров и весел я. Человек, который сидит в кабине и шевелит пальчиками. Ничего, я вам покажу, друзья. Я сегодня буду взлетать, я покажу, как бегать надо. Друзья, надо Волкову каждый год проходить техосмотр ног. Они хоть на что-то еще способны, эти ноги, после планера. Стоят в первом восходящем потоке три парапланчика. И мы посмотрим, смогу ли я до них долететь. Сейчас большая проблема, я готов на электрической лебедке летать, и туда к ним могу попасть, но в воздухе будет трос, и всем будет некомфортно. Поэтому я, пожалуй, дождусь, пока это все улетит, и буду дальше летать над полем. Встреча с подписчиком канала Витрунос. Здрасте всем. Никогда не пропускаю ни один видео, потому что интересно посмотреть. Все прекрасно в канале, все прекрасно. В полетов. Есть параплан? Да, есть параплан. Во, новый сегодня только пришел. Так вот это два праздника. Два праздника в один день. Ну все, значит будешь летчиком-испытателем. Буду, и попробуем и то, и то. Что происходит на аэродроме? На аэродроме происходит массовый отжим телефонов. Стоит Серега, и у всех отжимает телефоны. Спрашивает сначала... Особенно у красивых девушек. Да, у красивых девушек спрашивает, а какой у вас телефончик? Ну, а пройдем. Да, оказывается, нужен не номер телефончика, а сам физический телефончик. Ну вот у нас появился шанс. Еще один телефон. И может быть это адское устройство наконец-то заработает. Женя прорекламировала, сразу сказал то, что, ребят, не пропускайте. Ну, правильно, все. Правильно. Работа ушла на второй план. Заработала. Заработала. Спасительница. Серега, теперь ты не отпускай ни девушку, ни телефон. Так, ну да. Кирилл, офигеть, мы сейчас все-таки полетаем, есть шанс. Мне главное, чтобы с работы не звонили, а то я потом не объясню, почему я не отвечаю. Ну, поехали. Пошло дело, пошла жара, побежал. Еще. Воу! Я лечу! Ну что, старт хороший, автоматический, то есть плюс огромная эта лебедка, как вы видели. 490. Итак, разворачиваюсь через вправо. Оп. Небольшой тук, 6 килограммов рывочек. И вот сейчас, друзья,
Я иду по ветру, у меня сопротивление всего лишь 2 килограмма. Немного совсем. Так что летим. Потихонечку выматываю трос. Игорь, повтори медленно снижение. От 1,3 до 1,4 метра в секунду. Понял, спасибо. Стартом я прохожу на высоте 180 метров, 170. И иду так и похоже, да. И я буду за стартом делать разворот. Сейчас вымотаю тросы побольше. Ну и вот, наверное, тот самый момент, когда, в принципе, можно развернуться. Начинаю разворот. Достаточно энергичный. Сейчас, Серега. Даю тягу. Оп. Да, давай повыше затянемся, а то что-то я до тех же 500 метров пришел, что в прошлый раз. Исходняк над полем, вверх еле-еле. Разворот. Так, друзья, я очередной раз развернулся и выматываю трос. Сопротивление на тросе небольшое. Сейчас я попытаюсь пройти между двух лесочков. Вот, как вы видите, внизу лесочки. На горизонте видно родной Вильнюс где-то. О, я в термик попал, меня начинает вверх тянуть. 400 метров трасса осталось. Я в термике, я еще раз мотаю. Когда 200, скажи. Друзья, посмотрите. Скороподъемность небольшая, 260 метров. Да, давай, разворот. Надо вовремя сказать, хватит. Это приход или уже... Он тоже не собирает, там все где-то. Ю-ху! Вот, а так это... Друзья, ну не километр будет, высота сейчас 600 метров, я думаю, дотянемся метров до 700, но это получилось сколько? Две итерации. И надо понимать, что абсолютно полный штиль, то есть настолько ветра нет, что и одна из фаз была, над полем был нескотняк. И вот сейчас, допустим, я сильно вверх лечу, 620 метров, ну 700 будет. Ну почти, это не так. Зацепляюсь. Парашютик пошел на сводку. Вон он. Видно сейчас хорошо парашютик. Ну, а я пошел искать поток. Я думаю, что где-то вот здесь на границе поля лес будет. Ох, как хорошо-то как. Ю-ху! Я здесь, друзья, летал. Я здесь летал на планере. Я помню, что вот где-то вот здесь, на срезе, очень неплохо должно тянуть. О, есть, прям засасывает поток, по ощущению. Вот он. Чуть протяну. И пошел. Ю-ху! Ну вот смотрите, затянули меня на 700, 445 метров у меня высоты. 460 метров. На вот этой высоте я взял восходящий поток. И, собственно, то, что меня затянули достаточно высоко, именно дало мне такую свободу. Только я продолбал эту свободу. Сейчас вернусь в этот поток. Эх, лошара. Наверное, по ветру немножко его поддуло. Ну, кстати, у Навитера есть удобная функция, смотрите. Я прям сейчас вернусь в поток. Сейчас мы проверим, заработает это или нет. Вот спиралька, где я был в плюсе. Сейчас, так как практически полный штиль. Да. Оп. Да, есть. Читерство, можно сказать, конечно. Сколько 720 метров на 450 взял поток. Вот сейчас в потоке стою. Ну, ты понимаешь, да, что наличие любого ветра сразу же эту картинку превращает в более веселую. Конечно. Серега, ты поставь килограммов там 40 усилия и будешь размотаешь, и будет у тебя батарейка полная. Игорь, внимание, в тросике работает дрон. Большущий. То есть это беспилотник. Аккуратненько там, в тросику не садится. Да, я его наблюдаю, я с ними разговаривал сегодня. Друзья, вон подо мной дрон. Хорошо его сейчас видно, красавчик. Видно и тень на земле, и дрон. Но они летают не выше 100 метров, и, собственно, об этом был разговор, поэтому я так смело фигачу. По полю едет машина,
возвращается на старт. Ну, красота. Как вы видите, практически полный штиль. Меня чуть-чуть сдувает потемножечку за каждую спиральку, но несущественно. И я уже набрал 640 метров высоты. Сейчас я чуть протяну. Собственно, вот оказывается, откуда ветер. Ну, по крайней мере, здесь дует. Видите, протягиваю немножко центр. Оп, потока. И да, получше стало, становится прохладненько, друзья. Как-то так шортики оказались опрометчивыми, по-моему. Поэтому я тут выхожу из потока. Я замерз, поэтому я спускаюсь в более теплые слои атмосферы. Аэродром вот там, лечу назад. Батарейка села в приборе полностью, ой, да, в камере. GoPro 10 предательски сдохла, причем очень подло это сделала. Иду на сближение. Вот у нас и тусовочка. Эй, все взлетели, даже Диану, смотрите, затем. Все в воздухе! Компания в сборе! Ну-ка, не собьет меня? Как классно летается, друзья, просто. Где-то там, друзья, граница с Белоруссией. И туда я лететь точно не хочу. На самом деле я замерз, уже налетался и иду вот на посадочку. Вот на вот это. Не так выглядят парапланерные полеты. То есть они, к сожалению, не всегда выглядят. Там летишь и назад возвращаешься. Иногда вот летишь, приземляешься, потом машины забирают. Летать на парапланах – это счастье, которое всегда с собой в рюкзаке. Ну вот так, друзья, выглядит замечательная машина подбора с добрыми людьми, которые возьмут на борт заблудших. Мы это сделали, друзья, мы слетали на этой лебедке. Все, можно сказать, нам мешало. Сначала не было ни телефона. Телефон мы отжали, конечно. И самое интересное, что сегодня мне повезло. У меня два летчика-испытателя. Ну, летчица-испытательница и летчик-испытатель, которые первый раз попробовали в жизни вот эту вот электрическую лебедку. И как ощущения? Очень хорошо получилось. Все. Очень большая высота. Ну... Можно такую себе купить. Правда? Не, отлично. Поднимались, как лебедь по воде, плавненько, без никаких либо помех. Несмотря на то, что, в принципе, погода-то не была, ну, как но погода была уже... бомба, да. Она была, ну, хорошая, средненькая, не было такого. Все прекрасно. Вот, я нажал штук 10 кнопок, наверное, за все это время. Устал очень, отдыхаю. Что-то хотел узнать. Я хотел узнать. Ты делали это какой-то инструктаж? Кому? Да, про ступенчатую буксировку. Делал. Да, рассказали. Интуитивно. Вера в то... Просто для пилота, который много летает на лебедке, развернуться спиной к лебедке, это считается... Страшно. Да, я согласна, это страшно, потому что это же локдаун считается. Ну, как бы уже на простой, да. Но нет, интуитивно. Ну, действительно, очень подходящее слово. Отличное слово, интуитивно вышло. Ну да. Нормально. С третьего крика в рацию... Поворачивай! Не тормози! Да не торможу! Тут надо красиво, технично сложить его. Все, хорошо, да, прошло. Ну все, главное, что сразу в поток и улетело. Не, все успели, все супер, вовремя приехали. Я боялась, что пропущу самое веселье. В самый момент приехал, мой телефон спас ситуацию, отлично. Да, да, да. Отжали телефон. Ну, а красиво было, я свидетель. Аж посяки все, ачу лобей, висьям, студил, кат потянкинтас, кат лобей летовой текдаук смогю жмоню, пилоту, куре свою дангу и гали висада подете, и суяис линскма скрайдите карту, и отвожжой и щита лаука, gera nuotaika, visi šypsojasi. Ir visi skraido. Ir visi skraido. Dar dabar skraido. Da, taip, žiūrėkit, dar skraido, vat kažką skraido, viskas dirba. Yra reklamų mokyklos? O, yra. Arkus, jo welcome. Va, taip geriausia mokykla, žinokit, visoj Lietuvoj, nemeluoju. Край. Мы там все рекламировали. Вот он в натуральном виде, блоха не брит. В натуральную величину. Красив, как обычно. Настоящий инструктор, могуч, воюч и волосат. Да. И у него доброе сердце. Холодная голова. Кроткий нрав. Кроткий нрав. Но принципиальный характер. Да. Отлично, это ключевое. Да. Расскажи, пожалуйста, буквально секундочку.
мы очень просим прощения. Вот 30 секундочек. Как тебе вообще лебедка и так далее? Как? Прекрасно. Очень понравилось инженерный, скажем так, уровень исполнения. Вот каждая деталька вызывает восхищение. Особенно меня, кстати, как папуаса поразила внутренняя структура барабана. Вот, прям я прям бусы папуаса были, я там пальцами лазил, и мне очень-очень понравилось. Ну, вообще все здорово. И, кстати, вот эта идея с укладкой, когда весь барабан качается этой кардиоидой, а не так, как у нас какая-то лапа ходит, мне тоже очень-очень понравилось. Вот, и я вам честно признаюсь, прям вот на камеру я жду с нетерпением, когда будет коммерческий вариант для тандемов и для кучи-кучи-кучи стартов. Будет. Будет, я верю. Я верю в вас и в проведение. Он даже физически есть, но, к сожалению, там, где идет война. Да, я знаю, поэтому, да. Так да. Что я очень надеюсь, что она закончится, и самые лучшие в мире лебедки достигнут и Литвы тоже. Да, достигнут самые лучшие в мире школы. Да. Прекрасно. Выбирается слабина и побежал. Веры? И полетел. Все с потоги. Labai gerai užėjai, biškai kailiau link taikinio ir stabdyti nepamiršk. Ir stabdom. Žiūrėkit, kaip reikia. O, ура! Валю! Браво! Я безумно счастлив, я тоже полетал, и это замечательно. Да. Я полетал в Литве. Ну, не перекашивай. Я на эти кабинеты. Как ты один? Как? Вот так вот только один. Посмотрите на батареечку. 81 вольт. Нормально. Самое интересное, эту батарейку заряжали рекуперацией. Привязали к машине вот к этой трос. И, Серега, расскажи, как это было. Ну, не к этой, а к той. Ну, неважно. Давай. Расскажи, как было. Ну, как? Привязали трос. Я сначала пытался... да, это вырежем. Привязал вот туда вот тросик и включил буксировку. Прям рел боевую буксировку. Поставил 40, по-моему, килограмм. Я сначала 20, потом 40, потом 60. Может, я не ставил 60. Вот, и растягивал трос. Она, сейчас скажу, на 40 килограммах она вырабатывала где-то 4,5 киловатта. Ну, отлично. Прекрасно. Соответственно, зарядились. Всем хватило энергии. Да, причем мы как бы полетали, сделали кучу буксировок, потом я проехался один раз по полю, и мы восстановили все, что потратили. А, отлично. Отличная технология. Кирилл, рекуперация работает. Почему понадобилась такая вот пляска с бубнами заряжать лебедку рекуперации? Да потому что я зарядное устройство забыл. Друзья, вот вы говорите, позитивный канал. Посмотрите, люди какие вокруг позитивные. Как может быть не позитивным при такой хорошей, потрясающей компании? Так что я считаю, что это высшая ценность, наверное, мира. Замечательные люди, с которыми ты встречаешься и которые окружают тебя и... Они есть, смотрите, вот они везде, вокруг. Экипа Сематима, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов. Эгей! Пока.